Так, раз, два, три, всем здорово, ребят, всем привет. Сегодня у меня первая трансляция на Твиче, поэтому многое еще не настроено и до конца не освоено, поэтому могут быть какие-то проблемы в этом плане. Прошу отнестись к пониманиям. Ну и, соответственно, хотелось бы получить обратную связь на счет уровня звука, изображения, может быть, сделать что-то потише или кого-то погромче. И тому подобное, да, то есть, чтобы всем было комфортно и легко. Всем, кто будет к нам подцепляться, приятного просмотра. Если вдруг будут смотреть в записи, так, я не понял, почему у меня баки не заполнены. Всем, кто будет подцепляться или посмотреть в будущем, тоже хорошего просмотра. Надеюсь, всех все устроит. Итак, пока проводим небольшие настройки. 403-408, да? Давненько что-то как-то я не летал, кажется. Хорошо. Баки потухли. Значит, почему было решение перейти сюда или попробовать здесь? Потому что, ну, как минимум, качество изображения здесь лучше, как максимум. Это то, что, хотя бы то, что здесь сообщение будет онлайн, да, а не как это обычно у нас происходит с определенной задержкой. Так, поехали, 85. Командир, оружие подвешено. Все, оружие он оставил. Значит, по плану сегодня у нас бомбометание с простых видов маневра. Бросать будем сотки, так как тренировочные бомбы имеют определенную забагованность, баг, да, и не... Да-да? Триста третий, проверка связи. Триста третий, вас слышал, говорю, хорошо? 303, понял. Блин.
мы 308 запуск. 308 запуск. 308, понял. Триста третий, выруливаю. 303, гоните. 303, понял. Так, братцы, неприятность, да, произошла. Я, судя по всему, отключил звук случайно, только слышали радио. Значит, сейчас, одну секунду, мне надо еще кое-что настроить. Нравится мне то, как работает кнопка. Я дико извиняюсь, да, то, что звук был замьючен, но такое бывает. Меняли СРС-ку, необходимо было переговорить, чтобы вас не напрягать этой всей болтовней. Звук, микрофон, вернее, на стриме замьютил, и из-за этого... Так произошло. Сейчас идем ко взлетной, взлетаем... Проходить, ай-яй-яй. Да, ну хотя бы вот этим будем тогда пользоваться. 125-70. Триста третий на взлетную, полигон. 303 на взлетную, полигон, 1500. 303, понял, 1500. Давайте зеркало отключим, чтобы оно нам не мешало. Не кушало наш ВПС. Третьему взлет. 303, взлетайте. 303, понял. 311, выруливаем. Так, выводим максимал, контролируем параметры работы двигателя, они остаются у нас нормы. Поехали. 30К, дружище. Оп, прощелкал. Глянул в стрим. Канал. Спасибо, Осака, что... Ну, тебе, в принципе, не сомневался, что ты меня поддержишь, забежишь. Сегодня у меня первый раз здесь стрим. Поэтому... Очень рад, что ты добежал. Спасибо. Чего вдруг на Twitch переехал? Ну, смотри, здесь как минимум...
будет приятней за счет того, что мы будем общаться в онлайн-режиме, да, а не то, как мы это делаем на Ютубе, и не позволяло. 33 на первом 300. Не позволяет уменьшить. 33 понял. Уменьшить эту задержку. Вот. А здесь, как бы, я проверил по чатику, как минимум, точно здесь четенько все получается. Ну и по качеству изображения мне здесь понравилось больше. Но, опять же, все будет зависеть от вас, ваших отзывов. И, может быть, действительно, я понимаю, что основная аудитория все-таки была там на Ютубе, да, и перетащить сюда будет практически нереально. Но, тем не менее, может быть, и удастся здесь набрать свою аудиторию. Да, летали так. Единственный минус в том, что... Ну, хотя, да, действительно, смотрите, можно будет попробовать постримить. Просто сейчас я летаю в 2К, да? А если стримить в 2К на YouTube, то не будет возможности... Так, я ж пошел уже с наборчиком. Давайте разгонимся. Опля. Посока, спасибо тебе за подписку. Не будет возможности сделать то, о чем ты говоришь. То есть убрать вот эту возможность перемотки, да? Уменьшив тем самым задержку на стриме. Вот, поэтому... Да, господи, я ж начал разгоняться. Так, спасибо за подписку, братцы. Это, по-моему, YouTube сыграл у меня. Пришел на Twitch, стали подписки падать на YouTube. Так, ну ладно, мне надо было, конечно, через маячок. Сейчас все равно будет крутить. Короче, сейчас будет много всякой беды проигрываться, поэтому мне главное не привыкнуть и не пугаться этого, да, и, соответственно, правильно на это реагировать. Но все-таки попробуем, да. Жду ваших отзывов, поэтому, может быть, в конце стрима что будет. Так, мне надо сейчас выровняться. Давайте пятихаточку. Пятихаточку залупим. О, в смысле, поставим. Я имею в виду по скорости на маршруте у нас 500 истинное. Для того, чтобы побыстрее прилететь, побыстрее отбросаться и так далее. Не против, главное только уведомлять и трансляции нормально получать. Ну, давай так, следующую трансляцию попробуем сделать на ее Твиче. И посмотрим, после того, как ты подписался, будет ли нормально, адекватно приходить уведомления. Потому что, опять же, несколько раз от вас же я слышал, что уведомлений на Ютубе не приходит. Это тоже один из минусов, да, Ютуб как-то портится с каждым разом все больше и больше. Вот, поэтому тоже не хотелось бы... Так, левая. Не хотелось бы в этом плане страдать и вам доставлять определенного рода неудобства. Вот, поэтому я думаю, что да, разницы у нас особо не будет, где смотреть, там или здесь. Главная проблема здесь может стоять именно в том, что не все зрители также любят Twitch, как YouTube. Я сам из той же серии, да, что на Ютубе как-то все роднее и приятнее, чем здесь. Ну, посмотрим, может быть, действительно здесь будет у нас получше. Так, я что-то вкопался в в приборы и что-то не понимаю. Какой-то я сегодня не очень собранный, что ли, какой-то рассеянный. Почему так, непонятно. Как-то как будто не в своей тарелке. Я не знаю, как будто первый раз я сел за борт, за штурвал этого самолета, да, и лечу там на полигон. Как-то все не комфортно. 311 на взлетную, 9-я зона 1000. 311, ты понял, 9-я зона, 1000. Так, ну, кстати, здесь хотя бы стал подтягиваться у нас Twitch, поэтому...
Поэтому сделаем, наверное, вот так. Отлично. Здесь хотя бы чатик я вижу. Вот опять же, да, сколько бился я с чатом. Кстати, надо будет потом попробовать его вывести уже на экран. Как это было у нас раньше. Я никак не мог победить ютубовский чат. Мне с ютуба уведомления никак не приходили на программу Линку, которая предназначена была для отображения чата, да. Здесь вот на Твиче вот более-менее хотя бы я теперь вижу ваши сообщения. И можно посмотреть, кстати, как они будут выглядеть у нас на трансляции. Давайте мы сейчас немножечко подтримируемся. Я их попробую включить. Так, мне главное, чтобы они исчезали, потому что сегодня, когда я тестировал, вот так вот зависает и, ну, как бы не исчезает сообщение. Для меня это, ну, некомфортно. Если будут так же висеть, соответственно, придется нам это отключить. Мне кажется, это лишнее, потому что, ну, как минимум, все сообщения логируются внутри самого Твича или Ютуба, да. Чат сейчас сохраняется, и то есть, если вдруг еще будет какой-то дискомфорт при просмотре, потом записи от того, что непонятно, на какие вопросы отвечает, можно будет всегда посмотреть, ну, так скажем, записи этого чата. 308 на взлетного полигон 1500. 308, понял, 1500. Так, ну вроде бы... Да, пейзаж, возможно, тоже пейзаж роляет в этом плане, да, обстановка сама. Ну нет, видишь, не исчезает гадина. Ладно, я потом еще поборюсь с этим чатиком. Может быть, удастся все-таки его настроить корректно, да, как это было раньше. Появились, исчезли, где-то как... Ну, поменялось многое. У меня была предыдущая версия этой программулины, да, которая выводит все эти сообщения и, соответственно, после того, как у меня в начале прошлой недели, или это, в начале прошлой недели, господи, слетела система, пришлось все это докачивать, переустанавливать и вышло на какую-то новую версию, которая совершенно по-другому расположена, все настройки. Непонятно, что за что отвечает, и это привело вот к подобным неудобствам и проблемам. Попробуем, может быть, и удастся все победить. Так, ну и по картинке я как бы смотрю, вроде бы по ОБС, по крайней мере, я специально сейчас вращаю головешкой, да, в разные стороны, в надежде на то, что проявятся, может быть, не дай бог, там какие фрезы, чтобы мы понимали, вообще сносно ли здесь смотреть трансляцию. Наверняка можно. Да, и так и у меня было буквально, Осака, буквально же вот до начала прошлой недели, да, у меня всегда они появлялись, 10 секунд я им ставил, и после этого они у меня исчезали, да. А сейчас почему-то я ставлю те же 10 секунд, как бы настройки выставляю те же, но сообщение никуда не уходит, и это немножечко печальненько. Нет-нет-нет, вся та же самая программулинка. Она, кстати, может подтягивать и Twitch, и YouTube одновременно. Но, видишь, YouTube вообще не подтягивает почему-то. От меня вроде бы как уходит, а туда... От меня туда, да? А оттуда ко мне... Так, мне не очень комфортно. 125, да, до удаления 70. Очень много зелени. Я не помню, чтобы здесь была такая зелень. Либо высота у меня сейчас. Раньше на 3, на 7 летала. Сейчас лету на 1500. Как будто вообще в другой мир. В другой мир залетел. В другой район, так скажем. Как-то непонятненько. Ну да ладненько. Давайте уже 60 километров. На 70 будет разворот. Ну да, короче, много что здесь. Программулинка мне не показывает. Раньше показывали и зрители, и все. То есть я мог, ну так скажем, приблизительно понимать хотя бы, есть кто общается, кто со мной или нет. Но здесь сейчас я этого... Ну, Осака забежал,
И уже и на том уже спасибо. Уже не один, уже приятно. Нифига себе. Ну, видишь, Tomcat, к сожалению, не довелось мне приобрести. Буквально вчера даже вернулся в кабину А10. Возможно, через А10 потом доберемся до Tomcat постепенно. Вырастим до этого уровня. Так, ну у нас где-то 2 километрика лететь, да. Вот сейчас уже можно доложить. 303 ИПМ, 1500. И вот они, наши 70. Начинаем разворот на курс 73. Азимут наш вводит 107. Это вот так. Здесь 73 поставили. Здесь Антон говорил, что где-то здесь есть населенный пункт, типа гремячий ключ, да, и он летит прямо на него. Нифига я его здесь не вижу почему-то. Вернее, я, возможно, не знаю, как он выглядит правильно. Может быть, это мне мешает. Но посмотрим. Вроде бы вот по всем данным я лечу как положено, да, то есть по маршруту. А как будет на самом деле, время покажет. Ну, блин, если бы залетал вообще не туда, РПМ, наверное, уже поправил бы меня. Я так думаю. 311, задание. Я, если честно, по Tomcat'у ничего не смотрел. Ну, как не смотрел? Ксулину там забегал несколько раз. Глянуть, что это и с чем. Мне очень понравилось то, что там отображается голова пилота. Да, вот если я сейчас на своего инструктора смотрю, если он даже... Сзади будет сидеть человек и мотать там головой. Для меня это никак, каким образом отображаться не будет. Даже, по-моему, со внешних видов я не могу посмотреть на то, куда он смотрит, да. А в случае с Tomcat'ом, да, вот они играли там с СМФ'ом. В прятки, так скажем. Ну, было прикольно. Ну, как живости добавляет определенной. То есть это здорово. Твич, почему Твич? Ну да, ребят, уже высказал, да. Попробовать хочется здесь. По качеству мне здесь нравится больше, по времени задержки. Тоже с настройками. Один раз настроить, заморочиться, и дальше уже можно не париться. Включил ОБС, щелкнул кнопку, все, трансляция пошла. В принципе, в течение энного количества времени трансляции, записи трансляции тоже сохраняются, что может позволить зрителю все это просмотреть, да, если даже не успел, так скажем, на трансляцию. Но в то же время есть, наверное, определенные трудности из-за, ну, опять же, ограниченного времени хранения этих трансляций. Так, 88. И отсутствие у меня каких-либо зрителей и подписчиков, что тоже не очень хорошо. Так, вот это, наверное, гремячий ключ. Большой город. Чуть-чуть, получается, правее я иду. Ну, идем, как идем. Там разберемся. Тут РСС подписки нет. А что это за подписка? Блин. Парни, расскажите. Может быть, мы на его нафиг. СТ-923. Блин, давайте заново будем знакомиться. Потому что вот АРМ-45, я знаю, что это Осака наш постоянный зритель. Особенно на... Что касается летучки. Так, СТ-923. А, 309 это, я понял тебя. Славик, ну блин. Что за подписка-то такая? Страшные вещи говоришь. Смотри, какие смайлики здесь угарные. Короче, да, на летучку к нам обычно и заскакивали, мне кажется, больше даже... Сами летучкинцы, да, кто там, например, пропускает первую смену или наоборот даже, а иногда даже некоторые, и
процессе первой смены, да, могли заглядывать. А, ну блин. Жалко, конечно, в этом плане. Согласен, удобства будут. 303-й ППМ-1. 1500. 303-го, понял. Перехожу на 16-й. На ресурс. Блин, 16-й же он у нас. 303-го на 15-м катали. 303-й, понял, на 15-м. Ресурс 303-му, решите подход с курсом 95-1500. Ресурс 303-му, подход разрешен. 303-й, понял. Приступил к поиску цели. Так, вон они вроде бы наши цели. Так, тем временем нам необходимо включить... А, у меня уже все включено. Поднять хотя бы кресло, да? Мы типа готовы к бомбометанию. Так, цели мне определили. Опа, я, получается, не долетел. Да, вот он. Ремящий ключ, я чуть-чуть не долетел. Давайте мы сейчас встанем на боевой. Цели вижу. Воу, Андрей, понял тебя. 303-му задание. 303-й, понял. Андрей, коплю, да. Ну, блин, честно, положа руку на сердце, там вот ребята мне накидывают, кто на Иле накидывает, кто же здесь. Я пока замахнулся и с большим желанием имею, наверное, Хорнета, да, первым, ну, F-18. Но если уж так пойдет пьянка, да, то можно взять и кота, главное, потом надо будет найти. Ресурс 303-му, 121-е. 303-й, понял. 121-й, это вот, смотрите, левая это первая группа, это первая цифра, правая это вторая цифра, вторая группа целей. Вот, первая, вторая цифра в номере указывает на ряд, то есть в данном случае это второй ряд, ну и третья это номер в этом ряду, то есть... В данном случае 121. Это левая группа, второй ряд, первая цель. Поэтому мы выходим, сейчас проходим над... Давление полигона забыл. Да я... А мне его никто не скажет, Слав. Здесь в этом плане, конечно, ужасно. В этом плане очень некомфортно. Потому что, да, давление здесь... Я не знаю, какое давление, если честно. Ну ладно, я отбросаюсь, как вот мы тренировались сколько раз. 33 на первом, 1500. 303-й. Обязательно нужен живой напарник. Да, согласен. Согласен. Поэтому, наверное, копим на кота, ищем живого напарника, попробуем соблазнить какого-нибудь там Сулина, да. Он, кстати, поднатаскать может, если что, потому что он в этом плане более опытный и хорошо летающий, да. Примерно на 100 метров. На 130 здесь, по-моему, что ли. Ладно, давайте первую сейчас попробуем херак... Ну, в смысле, сбросить с этим давлением. Если попадаем, то оставляем. Если нет, будем тогда уже корректировать. А вообще, все правильно Слава говорит. Здесь разница в давлении, ну, порядка 100 метров. 150, по-моему, или 130. Так, наша цель первая. Вроде бы по ширине круга мне все нравится. 308 ИПМ. Единственное, что мне нравится, это моя скорость. Понял. Единственное, что не нравится, это моя скорость. Да, по ширине круга все отлично.
Нет, не отлично. Мне кажется, узко. Ну ладно, 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 все. Есть, поехали на четвертом. Тридцать третий на третьем. Хорошо, разрешите запуск. Тридцать третий на запуск. 310, понял. Так, ну подводим мы немножечко уголок. В целом все норм. 33 на боевом, цель вижу. 310, атака. 303, атака. Тридцать третий сброс. Ладно, Слав, я знаю, что тебя немного подбешивает, когда я смотрю с F10, с F11. Ну, в принципе... 20 метров на 3 часа. 303, понял. 20 метров, интересно, это от круга или от центра? Хотелось бы от центра этого круга. А, я недоволен всем. Не, кстати, здесь, по-моему, в другую сторону-то, если крутить, то надо в другую сторону. 303 на первом. Наоборот, в другую сторону крутить. Я бы... 303, понял. Подожди, там 30, здесь 100. Бляха, муха, и этот... Мне, короче, Слава не разрешает смотреть с внешних видов, а Леха, Алекс сказал, что ну его нафиг зумы, это все чит, и от лукавого не делай зумы. Короче, я со всех сторон обложен со всех сторон, и не могу теперь тонер уменьшения крутить. А, ну правильно, и получается ты будешь... я сейчас на 100 метров ниже начал, да, как будто бы с 1400. Да-да-да, здесь меньше, здесь же... Да-да-да, все, Слав, все правильно. Ладно, мы сейчас будем заходить в следующий заход. 310 убить. И как раз, ну, в смысле, боевым будем. Как раз увидим то, куда мы попали. Но по углу я вроде бы глянул мельком на угол пикирования, был 30-ка. Поэтому будем надеяться, что... Блин, кренит, прям хорошо так кренит, на самом деле. Так, кстати, переключаемся на правую. Бомбу. 25 был. Ну вот, поэтому могли и промазать. Вроде бы по контейнеру попали. Я вот вижу, там что-то черное. На 3 часа. Но тем не менее, у нас 4 захода. Триста третий на третьем. У нас 4. 303, понял. 4 захода, поэтому потренируемся. В идеале бы, конечно, убить самолет, но... Это прям в идеале, в идеале. Смотрите, на боевом цель вижу. 303 атака. Вот видишь, сейчас 30-ку бросаю. Держу. А, еб, мы под хвост прям положили, братцы. 303 сброс. А вот сейчас я пока любовался своим первым... своим полетом. Ладно, Слав, простишь. Не простишь. Блядь, не успел. 60 метров на 1 час. У-у-у.
303 понял. Я сейчас охеренно промазал. Ай-яй-яй. Ну, блядь, пока любовался своим тем сбросом, вообще все прощелкал. Всю эту. Ну ладно, фиг с ним. Кстати, это видишь, что в наших десятках, которые мы должны искать, только песок и фейерверки. А, ну это да, она же дымит еще сколько. Когда мы ее бросаем, она еще сколько дымит, именно обозначая место твоего попадания. Третий на первом. Она же еще сколько дымит, именно за счет этого мы и смотрели, куда попали. То есть я вот так могу обернуться и посмотреть, куда попали. Блин, ну первую-то классно положили, на самом деле. Вторая зона 1000. Ну ладно, я уже... 10. Понял. Вторая 1000. Жалко, блин, как я лопухнулся. Ну ладно. А котем, говорю, сбросом любовался, забыл, что мне еще одну бросать необходимо. Ну теперь у нас просто холостые будут. Два штуки. И пойдем домой. Прям на краю. 90. Гадина. Полторы. 308 подход разрешен. Окей. 308. Сделаю горизонт 500 и там это на будущее. Да, действительно, на будущее будет полезно. 310 взлетайте. Блин, ну не 70 на час, там в районе круга, по-моему, мы кинули. Короче, надо было... Я ветер еще не почитал. Какой ветер у нас? Какой ветер у нас? 308-му. 123-я цель. 308, 123-я. Понял. 303-й на третьем. 303-й, третий. Третий 308-го видел. 303 на боевом цель вижу. 303-му атака. 303. Блять, я же понял, ты не должен здесь говорить. Вот идеальный был бы заход. Чпинг. Оп. 308-го. Занимайте 1500. Но мы попали. Мы откидались, в целом откидались на 5, поэтому... Не надо здесь было себя корить сильно. 310, так, давайте, вот 550, да? 350, а, 400 метров, 200 метров почти, смотрите. Да блин, встань ты в горизонт, гадина. 150 метров, 150 метров, Дедослав. 308, 1500. Да, согласен с тобой. Нет, там 250, по-моему, край. Нет? По-моему, 250. Так, мне этого надо Саньку найти. 33 на первом. Я так вот сделаю, чтобы ему было комфортно. 32 первый. А, он далеко, вон он еще. Нормально, я еще успею откидаться, и он только-только начнет. Да, согласен, 300-350, блин, я, честно, я забыл, какой разброс у них. Здесь согласен полностью, да. Нам надо будет сообразить для РП в этом. Ну ладно, это Антохе подскажем, Антохи здесь нету, есть ли, не знаю. Ну, то есть РП может, в принципе, минус 150 у себя метров сделать, посмотреть давление.
объявить тогда уже давление на полигоне, потому что действительно это может быть опасным. Хотя здесь еще 1 миллиметр, 10 метров, порядка 12 миллиметров минус надо ставить по давлению. Ну, да, здесь мы как бы уже знаем, в принципе, можем сами вести. Но для антуражности, да, и по идее, РППшка нам должна, ну, должен. Санька близко. Не очень комфортно сейчас. Мне бы быть внутри лучше, а ему снаружи. Иначе так мы пересекаемся с ним траекториями. Если бы я был внутри, он снаружи, было бы комфортнее. 303 на третьем. 303-3. Кстати, почему мы здесь ходим все левым кругом? Надо будет уточнить потом по документам. Это чисто привычка или это где-то регламентировано? А, ну все, мы с ним разошлись, нормально. 303 на боевом сервизе. 303 атака. Вот тридцатка. И... оп! Ну да, мы смотрите, мы в контейнер-то второй положили. Там не 70, там 45 метров. Ну да, и вот на выводе 200 метров запищал. 300 метров запищал. Порядка 200 метров здесь разница. 308 на боевом сервизе. 308, атака. 308, понял. Работу закончил, главное выключил. 303, понял. 303 на первом. Писанек ты. 303, отход на 1700. Переход на Крымск. 303, понял, 1700 на Крымск по схеме отхода. Так, какой у нас там 100? 308 на первом. 107 должен быть, да? 308 на первый. 108. Андрей, взять в прокат. Так, парни. Кстати, когда мы уже погоним свои борта-то назад, интересно. Мы за ремонтом еще не проставились, точно, кстати. Семь же, да, 107. Идем 99, поворачиваем на 0,73, 200
53. Так, 1700 по команда. Триста третий РПМ один 1700. Триста третьего понял, на маяк 1500. 303 понял, маяк 1500. 308 на третьем. Шикарно. 308 третий. Это же шикарно, что на маяк, братцы. Это значит, у нас по прямой сразу пройдем. Но у него, наверное, просто в седьмой, восьмой зоне никого нету. Может быть, на свой страх и риск он соответствующим образом нас туда отправляет. Но это решение РП, он знает, что делает. Мы его не оспариваем. Так, сорокет. Оп, куда повел. Посадочный у нас 40. Все, тренируемся. Надо с Майкопа усули на 25. Да. Потому что они там их бьют. Все силы, ремонт. 308. Головички под педалями пропылесосить. Так, у меня 39-й, так что... Это ты, по-моему, Саньке надо это... претензию высказать. Какой у меня борт? У меня 39-й. Да? Я почему-то смотрел 39-й. Смотри, может, ты на Саньку, наоборот, смотришь? По крайней мере, мне за этот... Мне никто замечания не сделал, если я чей-то даже борт занял. Так, если не сложно, Славик, глянь. Владимир, всем привет. Почему на Твиче? Решили попробовать. Качество лучше. Задержка меньше. Возможно, столкнемся с определенным рядом неудобств, которые нас при этом не устроят. Ну и... Не исключено, что вернемся на YouTube, но мне кажется, здесь как-то понаряднее, что ли. С настройками надо заморочиться только один раз, да, дальше просто тыкнул кнопку на OBS, вся трансляция пошла. На YouTube же надо запланировать, прописать в лишний раз. Каждый раз это все описания, названия, все это беда. 311 на маяк 900. Здесь в определенной степени удобство для стримера, но если сильно будут неудобны для зрителям, конечно же, в первую очередь здесь вы решаете, да, как комфортно, потому что, хотя бы потому что у меня на YouTube основная аудитория, да, то есть я здесь первый раз стримлю, вот так именно, чтобы стримлю, чтобы, ну, без какой-то там тестов и гестов, а именно, чтобы был стрим. Вот, ну, может быть, здесь всем все еще и понравится. Будем посмотреть. Чатик, опять же, вот сейчас подтягивается у меня. Хотя бы я вижу ваши сообщения. Не надо там танцев с бубнами для того, чтобы их рассмотреть и увидеть. То, что вы пишете на YouTube. Тоже в последнее время мне это доставляло определенные неудобства. YouTube отдыхает. Да, Владимир, это одна из основных причин. Почему? Потому что вот я на YouTube, например, не у каждого... зрителя есть возможность смотреть в 2К, да, если я даже буду эти 2К стримить. Здесь сейчас идет битрейт 6000, да, когда на для того, чтобы стримить на YouTube, мне приходится вытягивать его в 20000, да. То есть в 6000 здесь картинка на порядок лучше, я считаю. Причем это еще идет ужатие, да, у меня картинка в 2К сжимается на Full HD для Twitch. Кстати, можно, ну, в 2К, наверное...
не стоит, потому что, опять же, не у каждого он есть, и смысл какой там, да, загружать им Twitch, и, возможно, будут какие-то тормоза. Мне главное сейчас интересно от вас узнать, есть ли какие-то лаги или какие-то недочеты именно вот в плане отображения, да, изображения. Вот, если все хорошо, то вообще огонь, то есть я... Лучше уж мы наберем здесь свою аудиторию и будем спокойненько здесь жить, обитать и стримить, да, это будет удобно для всех, как для вас в качестве картинки, так и для меня в качестве там настроек, которые передавать будет уже, ну, гораздо проще. Так, ну ладно, мы, наверное, сейчас пока идем на маяк, после того, как совершим посадку, пока ребята будут остальные сажать свои борта, мы можем замутить, ну, вернее, мы можем посмотреть еще раз поподробнее то, куда мы попали свои бомбы, и соответствующим образом сделать выводы. Но по первым впечатлениям, первая была под хвостом, вторая в контейнер, то есть мы попали, так скажем, в линию мишени, да, в линию мишени засчитывается 50, если ты попадаешь в линию, да, то есть выше был. Разве только чатик хочется на экране, а так все хорошо. Чатик, будем бороться, браться с чатом. Я все-таки надеюсь его победить, потому что, и говорю, наполовину мы уже победили. Я его хотя бы вижу, ну, у себя на мониторе на втором, да, ваши все сообщения. Это уже огонь. А, мне осталось победить это в виде того, чтобы он исчезал у нас, как это было раньше, чтобы он не загромождал нам экран, не мешался и так далее. Вражеский диск пишет запись, можно будет. Так, Владимир подписался на нас. Я надеюсь, что Владимир, это был сейчас Twitch, а не YouTube. Так, Владимир подписался еще и на Twitch. Спасибо, Владимир. Кстати, Владимир, я правильно понимаю, что это был сейчас подписка чисто на Twitch, правильно? Потому что у меня что-то картинка там, этот зомби. Это был когда-то еще раньше, давным-давно. И почему он сейчас у меня выскочил, я, если честно, не знаю. Я потом посмотрю и подправлю. Сделаю, как это было у меня раньше, комфортнее. Вот, ну... Или получается, он и там, наверное, отображается тебе. Ладно, я, опять же, под шаманом. 311 к 3600. Ой, блин, это не я. Еще минус тут, когда заходишь на трансляцию, историю чата не видно. Он пуст, больше минус. А, конечно, Twitch. Понял. Так, еще кто-то из ребят подписался. Спасибо большое. О, Антоха. Андрей, Андрей. Всем благодарен, всем спасибо. Я же не 311, я же 303. Короче, да, идет сейчас дублирование, но я понял, ребят, почему. Я это поправлю, чтобы нам не мешало вот это дублирование. Я это подделаю. 311, ответьте таймэгу. Славик тоже подписал. А, СТ, я понял, кто такой СТ. Слава Татушкин. Все, понял. Без бутылки ты не разберешься. Да, Антох, но зато после того, как ты разберешься, никаких танцев больше с бумбами тебе не понадобится. Это уже комфортно будет. То есть я сегодня тоже, ну, честно, я часа три, наверное, убил на то, чтобы хоть как-то оформить, да, вот эти там красивости внизу, там, да, или... Хотя я очень переживал за то, что будет много всяких тормозов, потому что, как, насколько я помню, очень требователен Twitch в плане настроек OBS, и переживал, что из-за моих неправильных каких-то настроек, может быть, будет определенная проблема, но... Повезло, от жалоб от вас я не слышу, поэтому я уже рад, что это так получается и так случилось. Будем ждать тогда вас в дальнейшем на Твиче, наберем свою аудиторию и будем вообще здесь зажигать, мало ли. Потому что, говорю, здесь настроить один раз, и дальше уже будет все более комфортно. Слав, я шепотом же, по-моему, сказал, нет? Больше не буду. Триста третий, понял, 900.
108 на третьем, 1500. 108 третий. Ну и отлично. 108, понял. Буду очень надеяться, что мы подружимся с вами с Твичом и будем здесь уже в более хорошем качестве смотреть стримы, потому что, по сути, блин, по поводу оповещения, может быть, сделать какую-то голосовалку, где можно вообще еще оповещать зрителей. Ну, как минимум, это можно сделать в Дискорде, но я не знаю, как сделать так, чтобы у вас... к вам приходило оповещение именно, ну, так скажем, сообщением, что... ну, я там оставил какую-то информацию. Вот, можно здесь подумать. Либо группа ВКонтакте, но это, опять же, ВКонтакте, я думаю, не все у нас находятся. И могут быть, опять же, определенные неудобства в этом плане. Потому что, если действительно на Ютубе, опять же, я могу запланировать трансляцию, то здесь... ну, и придет оповещение, да, что там запланирована трансляция, ля-ля-та-поля. То здесь не факт, что так можно. Ну, надо, короче, будет почитать. Давай, Слав, спасибо за то, что забежал. Большое спасибо, счастливенько. Дальше доехать. 308-му отход. 1500, переход на канал Тринска. 308, понял, 1500. Так, Крымск вижу. Полосу здесь тоже вижу. 33-900. Блин, ну еще здесь так эти называются фолловерами. Они немного меня смущают. Ой, фолловер. Сейчас приходит сообщение. Фолловер Андрей, фолловер Тори Вров. Блин, а эту штуку, да, я понял, как сделать, чтобы она не дублировалась, и будет все шикарно. И, кстати, Donation Alerts тоже хорошо работает с данным твичом, да, то есть есть все оповещалки, например, вот сейчас я могу спокойно посмотреть историю, кто когда подписался на меня, да, потому что, ну, с Ютубом это приходилось, опять же, танцевать с бубнами, чтобы определить, а кто именно сейчас подписался. Здесь уже более комфортно. Третий маяк 900. 303, Пантагома 900. 303, понял. Кстати, по-моему, кто у нас, кто-то писал, Осака, по поводу записи на жесткий диск. Да, это возможно, но также, по-моему, возможно свою запись стрима с Твича кидать и синхронизировать с Ютубом. Мы попробуем сегодня это сделать, и если это будет, ну, позволительно, да, это будет вообще классно тогда. 303-й драйверс.
303, понял. 308, как правило. Можно будет, например, стрим, именно стрим смотреть здесь, а на YouTube потом, соответственно, еще запись стрима можно будет пересматривать, ну и, соответственно, храниться она там будет на порядок дольше. Это будет, наверное, даже, ну, лучше, чем было до этого. Раньше имеешь в виду запись вести, ну, и сейчас вот у меня есть, например, кнопка записи. Но постараемся еще обнаружить именно как отправить с Твича, потому что синхронизировать с Ютубом сегодня мне удалось. То есть мой аккаунт подтянулся к аккаунту Твича, и вполне возможно, что можно будет туда отправлять видосики. Знаю, что можно клипики, например, кому вот, если... Ну, кто может создать клип из наиболее понравившегося момента и его отправить на YouTube. Удаление 17,5 режим. Тоже можно. А... Можно ли весь стрим? Ну, интересненько. Сегодня-завтра разберемся. Видео с Твича на YouTube сейчас у меня не получается. Блин, жалко. Ну ладно. Если вдруг... У меня получится, подскажу потом, как это делать. А ты, получается, у СК тоже стримишь? Вообще огонь. Сейчас уже нет, понял. Блин, много лет назад это... Ты же, по-моему, собирался в пилот идти. Получается, и тебе уже лет не далеко, не мало. Но я понял. Я думал, что как раз только-только начинаешь жизнь, как говорится. Третий на втором 900. 303 на второй. Сейчас заход, ну ладно. Кстати, да, если есть здесь, ну хотя здесь вряд ли. На ютубе меня тогда подправил. 303, понял. А на ютубе меня тогда подправил один из зрителей, что дается команда РП не второй, а заход. В случае, когда мы заходим на посадку. Ну, мы приняли это во внимание. Просто сейчас надо будет немножечко всем привыкнуть к этому моменту и, соответственно, давать как соответствующие команды. Стримил самолетика. Видео самолетиков на ютубе немного. Я тебя понял. Самолетики, да, и тем более авиасимуляторы какие-то, а тем более какая-нибудь там летучка, формат летучки, да, конечно, хрен найдешь. Но при этом нельзя сказать, что, ну, вернее, даже, наверное, поэтому и не пользуются таким большим спросом, наверное, вот так. Не так модно, что ли. Так, есть 0-0. Уменьшаем обороты. Готовим выпуск шасси. Так, на самом деле... 11 посадка. Ветер 2 метра в секунду. 210, кажется. Как я понимаю, там что-то со связью, ребят, случилось. Сошлись вроде стрелки.
303 на посадочном шасси, механизацию выпустил 900. Пусть отметьте удаление 17 бежим. 303, понял. Я услышал про этот, про 2 метра в секунду, с какой стороны. Не услышал, не знаю, в какую сторону брать поправку. Но идем тогда пока 0-0. Точно затратно, мало того, что нужен серьезный комплект еще и... Да, именно поэтому. Ну и в освоении, да, мышка, я, ну, для того, чтобы понимать, как тянуть джойстик, да, необходимо все-таки немножечко ознакомиться с аэродинамикой, принципом полетами, чтобы нагибать, да, там, с прицелом и так далее, то есть определение дальности, упреждений и тому подобное. То есть в этом плане я полностью согласен. Из-за этого определенным образом, кажется, все-таки, вот я смотрю сейчас на паузу, наверное, чуть-чуть справа все-таки ветер. По всему метео я сегодня прослушал. Это как бы уже, да, причины, ну, мы сейчас не стараемся не разбираться с причинами, да, это понятные причины. А факт остается фактом, да, что на YouTube, ну, не на YouTube, так скажем, World of Tanks стримит гораздо больше народу, да, чем те же самые. Это даже тот же War Tank. Ну, тем не менее. 310 градусов. Да ладно. 310, боковая 5,5. Это слева получается. 310 метью, наверное. Блин, опять у нас. Ладно. Хорошо, когда у тебя замполетный на трансляцию приходит, может подсказать. Здесь-то мы полосу уже видим, в принципе, можем уже на полосу идти, ни о чем не заморачиваясь. Эй, иди дальний. О, отлично. 303-й дальней посадки. Дальней посадки готов. Господи. 303-й посадка, ветер 2 метра в секунду, 210 градусов. 303-й, понял. Не, ну, в принципе, слетали классно. Думаю, оценка пятерку, ну, как минимум четверку нам поставят. Наверное, можно будет уже переходить на какие-то другие упражнения. Считаю, что нормально отработали уже. Уже не случайно попадаем. Это уже греет душу и радует. Километров в час стойку держит. Почти до 90 держит. Посадочка по красоте. Да, классно, самому понравилось.
Сервис, это здесь надо экзамен провести. Да. Причем не факт, что все его сдадут, этот стопудовый, я в том числе. Меня это прям добивало. На втором 900. И самое интересное, не сразу соображаю, в какую сторону 180 скрутить. То ли влево, ну, на уменьшение, то ли на увеличение. 900. 308, понял, 900. 33 освободил. 303, понял. Самое интересное еще, когда ты определяешь, даже пускай ты определил метеорологический ветер, да, откуда он дует, еще надо сообразить слева-справа и под сколько к посадочному курсу. Это тоже определенные трудности вызывает. Но я сужу чисто по себе. Ну, судя по всему, у остальных ребят тоже существуют проблемы такого характера. Сейчас добежим до места, кстати, обогрев ПВД надо включить. Добежим до места и посмотрим, вернемся на аэродром, если там еще не затерлись наши попадания. О, на аэродром, на полигон. Посмотрим на полигоне поподробнее, куда мы попали, куда Санька попал. Ну и как я понял, еще из прошлого нашего вылета стрима не было. Я был во второй кабине, с ребятами летали. Не успел стрим запустить, по делам уезжал. Как я понял, с прошлого вылета, с этого вылета возникают определенные трудности у ребят в определении местоположений их цели, да? То есть, что такое 123, 121 и так далее. Я пытался уже объяснить на стриме, да? У нас есть две группы цели. Левая и правая. Левая группа цели — это первая. Вторая группа целей, ну, в смысле, правая, это вторая группа целей. Соответственно, первая цифра в номере цели определяет номер группы целей, да, то есть 100. В данном случае это 100, это значит левая группа целей, то есть левых 9 целей. Дальше, вторая цифра определяет ряд по боевому курсу, ряд, в котором находится ваша цель, да, в данном случае 122, это, соответственно, второй ряд. Третья цифра, 121, в данном случае 1, определяет номер по порядку слева направо в этом ряду. То есть 121, это получается, бляха-муха, я вот сейчас неправильно, мне кажется, рулю, да, ребят? Я вот могу сейчас налево поворачивать? 310, удаление 17,5, режим. 310,900. Так вот, третья цифра, это номер по порядку слева направо. В данном случае 121, 100, первая группа, 20, это второй ряд, 1, первая в этом ряду. Вот и вся логика, да. У Сани было 123-я. Это получается первая группа, второй ряд, третья по счету в этом ряду. Так, ставим на стояночный, включаем все источники, разгерметизируем кабину. Радио я тоже выключу, оно на уши не давило.
Все? Останов. Открываем фонарь. Болтаем с техниками. Осака, спасибо тебе, что забежал. Сегодня ты был самый первый. Я прям сомневался. Ну, в смысле, надеялся, что кто-то будет. Но видишь, ты меня прям сегодня поддержал. Спасибо, ребят, всем огромное, что забежали сегодня ко мне на стримчик. Давайте мы все-таки сейчас слетаю я. После посадки, по идее, уже можно. Слетаю в район нашей... А, ну вот, да, контейнер я все-таки бил. Ну, прекрасно. Он, думаю, достойный оценки. Отлично. Да, вот раз-два, и Санька... Да. Потормазал. А, мой самолетик-то, смотрите, даже нормально так покоцался. Цель поражена. Я думаю, вряд ли на таком самолете кто-то полетит. Но это было еще после, да, после нашего первого попадания. Смотрите, прям под хвостом. И 78-й все равно остался более-менее свеж. Так, где он? Вот он. В смысле, нет. Уже не свеж. Вот, прям под хвостом мы его кинули. Вот здесь понадломился. А с этой стороны уже... Ну, класс. Че, в принципе... Миссию выполнили с первого же попадания. Вторым попаданием влупили в контейнер, что тоже, в принципе, можно засчитать как зачетиком. Так что, норм. Так, отключаем остатки питания. Вырубаем, ставим заставочку. И в качестве подведения... Жалко. Или бомбить мишени вы проще сделали. Да ладно, это же все. Раньше ставил просто контейнер, но в него никто не мог попасть. Была хоть какой-то и шанс. Давайте, в качестве подведения итогов еще раз поблагодарю всех, кто сегодня ко мне забежал. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное за то, что заглянули, так скажем. Да, классно. Хотелось бы, конечно, чтобы нас было здесь побольше, но я думаю, со временем все-таки подтянем себе своих ребят. Может быть, даст бог, и... Ну, не то, что прославимся, да, а сможем здесь закрепиться. На сегодня будем прощаться. Спасибо всем, кто забежал. Я выбегаю. Всем хороших... А, это у меня выходные, у вас пока нет. Хорошей рабочей недели тогда. Всем покедова, пока-пока.